Огненные языки пламени нещадно уничтожают все на своем пути. Вместе с травой и сухостоем пожар поглощает деревянные кресты и надгробницы на могилах. Из-за ветра огонь распространяется с удвоенной силой. Эта часть старого городского кладбища в районе улицы Желтоксан считается самой заброшенной. Сторож отмечает, это далеко не первый случай пожара на погосте. Обуглившиеся памятники, выжженная трава и кустарники – это то, что осталось на месте пожара. Огонь уничтожил более 200 соток. Лишь по счастливой случайности огонь не перекинулся на карту героев – воинского захоронения времен Великой Отечественной войны. Оно находится по соседству. Площадь возгорания могла быть и больше, если бы не слаженная работа специалистов. За 40 минут 5 единиц личного состава полностью ликвидировал огонь. Причиной стала банальная халатность. Полагаем причину, то есть… Так как данное старое кладбище находится вдоль автомобильной трассы, то есть это, возможно, быть непотушная сигарета, которую водители автотранспорта, которые могут выкинуть окурок сигарет, либо непотушная сигарета. В случае, если виновного возгорания обнаружат, ему грозит солидный штраф. Однако, как правило, восстанавливать могилу усопших родственникам приходится за свой счет.